Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Вот так я буду варить кукурузу. Отправляю воду. Воду не буду солить. Оставляю кипеть. Как закипит, через 15-20 минут кукуруза будет готова. Потом, когда будем кушать, тогда я буду солить. Кукуруза очень сладкая. Она не тает во рту, она лопается во рту. Очень вкусная. До новых встреч, мои дорогие подписчики, гости моего канала.